Вы расскажете нам все, что знаете. Я тебе, сука, ничего! Можете пытать его хоть весь день, он только злее станет. А вот я вам все расскажу. Что, реально? Майкл Брайс пытался завязать с прошлым. Обещайте мне никого не охранять. Повторяйте за мной, не охранять. Не. Ронять. Но прошлое не завязало с ним. Быстрее! Господи! Ему придется охранять жену этого психопата. Какого хрена он здесь делает? Я же сказал любого мазафаку, кроме Майкла Брайса! Думаю, ты хотел сказать спасибо. Через 4 дня Европа будет в огне. Они планируют масштабную кибератаку. Не вздумайте облажаться. О, мы стопудово облажаемся. Я обещал своему психологу никого не охранять. Вот только не сейчас, народ, серьезно. Я держу. Все супер, оторвитесь по полной. Только не газуй, блин, так. Ты должен нас защитить. Мы пытаемся заделать Бэббита. Повторяй за мной, я не лицензированный, и мне вообще похер. Я не лицензированный, и это ужасно. Ау! Нам нужны пушки, нам нужны лодки, нам нужны они. Готовы к адскому пареву? Чё? Странно прозвучало. Вы вдвоем? С нами. Тоже странно прозвучало. Давай как обычно, сорвём всё нахер. Я же буду хорошей матерью, правда? Я думаю, буду ты... хорошей. Да. Спасибо. Наверное, это твоя мужская несостоятельность делает тебя таким хорошим слушателем. Должен признать, что мы не только в безопасности, но и готовы начать... Телохранитель жены киллера.